Работать на месте преступления и выезжать с техникой в любой уголок области. Например, на одном из пожаров обнаружили владельца предприятия. Найти преступника, который его убил и поджег здание, помогли криминалисты. На прилегающих зданиях частного сельскохозяйственного предприятия территории были обнаружены фрагменты резиновых перчаток. Кроме того, при помощи также имеющихся на вооружении в отделе криминалистики экспресс-тестов для обнаружения следов биологического происхождения, в указанном здании были обнаружены следы крови человека на поверхности стены и выключателя, с которых были произведены соответствующие смывы. В кабинете криминалистов десятки уголовных дел. Кроме текущей работы, они еще занимаются преступлениями, которые были совершены, когда такой техники, как сейчас, не было. Если обнаружилась на месте происшествия кровь, то, к сожалению, экспертным путем можно было сказать о ней только группу. Современные возможности позволяют путем производства молекулярно-генетических судебных экспертиз определить конкретный генотип конкретного человека и уже с точностью сказать, что именно этот человек совершил то или иное преступление. Криминалисты досконально исследуют место происшествия, помогают следователю найти то, что он не увидит своими глазами, и изъять на экспертизу. По уголовным делам коррупционной направленности, да, нам необходимо для следствия восстановить переписку даже из различных мессенджеров. Вот. Нам это порой удается. И данная информация порой ложится в основу доказательной базы по уголовному делу. Ежегодно, благодаря работе криминалистов, раскрываются порядка 40 уголовных дел, которые были совершены, когда еще не было такой техники, которая есть сейчас. Кроме того, благодаря их работе раскрываются тяжелые преступления. Дина Ислеева, Олег Парамзин, телекомпания «Город».